Здравствуйте, меня зовут Данияр. Я там учился в 61-й школе, а потом поступил в Славянский. И сейчас работаю здесь, в ТЭЦе, в турбинном цехе. Ну, вообще, у меня была мечта стать военным, а потом так получилось, что я стал энергетиком. Детство у меня было очень интересное. Я увлекался в основном спортом, дзюдо. На дзюдо ходил. Получается, я поступил на энергетика. И по профессии я устроился на работу. Первую задачу я в основном... у нас была большая задвижка, которую нужно было открутить. Мы ее полсмены откручивали. Вот это вот мне запомнилось. До сих пор помню про это. Ну, вообще, наша задача подпитывать воду, которая поступает в город. Это горячая вода и отопительная вода. Вот. Потери города горячей воды, которая поступает и обратно возвращается к нам, мы восполняем, получается. Вот это регулировать давление нужно. Также объем воды, чтобы не ушло больше, чтобы переполнения турбин не было. Вот. Это наша задача основная. Нет, не жалею. Коллектив у нас очень такой сплоченный, можно сказать. Мы все так быстро срабатываем. Вот это мне нравится. Все очень общительные, да, дружные очень. На будущее, вообще проработать здесь и достичь высоких целей. И также заняться дополнительно бизнесом хотелось бы. Всем энергетикам Кыргызстана я бы пожелал здоровья, это вот самое, самое нужное. Также побольше нервов в работе, терпения, и чтобы все добивались своих целей, которые поставили в своей профессии, на своей работе. Потому что, думаю, у всех есть свои приоритеты, которые нужно исполнить, воплотить в реальность.